Комфорт, чистота и близость к морю нужны для морского отдыха прежде всего. На берегу бухты Муравьиная, в народе ее чаще называют Тавайза, есть база отдыха с мифологическим названием Афродита. Двухэтажный корпус с 17 номерами разной степени комфортности. Первый этаж. В номере есть душевая кабина, туалет, телевизор, холодильник, чайник. Второй этаж – эконом-вариант. В таких номерах нет холодильника и санузла. 6 умывальников и 4 душевые кабины общего пользования располагаются на этаже в отдельном помещении. Номера эконом-класса стоят дешевле. Ну а отсюда со второго этажа открывается замечательный вид на море. И самое главное, что воздух морской свежий. Как жаль, что в Уссурийске у нас такого нет. На территории базы Афродита есть деревянная банька на дровах, шезлонги, просторная беседка. Для детей качели, песочница, игрушки. Если вы не представляете себе отдыха без просмотра телевизора, то оцените спутниковое телевидение. Выбор достаточно большой, туристических баз в Приморском крае. Тем не менее, я все-таки решил выбрать относительно недалеко от Владивостока, чтобы потом посмотреть сам краевой центр. Здесь 5 дней нахожусь, мне, в общем, очень нравится сама природа. Ну, море могло бы, наверное, быть более теплым, хотя, наверное, если бы я в августе приехал, так бы оно и было. Но в целом у меня, в общем, достаточно хорошие впечатления. Полноценное трехразовое питание в уютном кафе за 650 рублей в сутки. Круги, надувные матрасы, настольные игры, мангал можно взять на прокат. В начале купального сезона хотелось бы пригласить гостей нашего Приморского края к нам на базу отдыха «Афродита». Не сидите дома, приезжайте к нам отдыхать, купаться, загорать. На базу можно проехать как на личном авто, так и на общественном транспорте из города Артема. 115-й маршрут идет до центральной остановки Тавайзы. Оттуда 3 минуты ходьбы и вы на месте. Ой, хорошо. Все, остаюсь здесь.